Всем привет! С вами Луи. Давно не виделись. Помните, я когда обещал вам сделать репортаж про суперсока CPX моего друга Макса? Но я не успел это сделать, потому что он его подарил. По счастливому стечению обстоятельств меня попросили рассказать о нем на съезде электролюбителей в Сокольниках. Так что репортаж не мой. В общем, не обессудьте. И потом не говорите, что я обещал и не сделал. Меня зовут Сергей, но все меня знают как Saint Louis, потому что у меня есть одноименный канал. И мы продвигаем тему вот таких вот аппаратов суперсока. И у нас на обзоре очень интересная штука. Это суперсока CPX. Это один из буквально там 3-4 таких вот ультрамопедов, макси-скутеров, которые есть в России. В Москве он практически в единственном экземпляре красный. Есть еще такой же там золотой. Вот, в общем, это макси-скутер от Суперсока, новинка 2020 года, ну, из-за пандемии ее представили только в 2021 году. Что эта вещь умеет делать? Она прет 90 км в час, с двумя людьми общим весом 140 кг она едет 80. У нее с этой стороны, показываем с этой стороны, есть вот с этой, есть мотор-колесо 4 кВт, причем диск, выглядит как автомобильный. Можно просто открутить винты и поменять резину. Вау. У всех есть наболевшая проблема, когда они задумываются менять резину. Потому что обычно стандартная резина – полное дно. Ну вот. Так здесь можно это все снять, легко, собственно, поменять и кататься дальше. Седло. Смотрите, какое шикарное седло. Оно огромное просто. Здесь поместится без преувеличения три пассажира. Вот конкретно таких. Вот. А если это будут большие пассажиры, вот у нас есть молодой человек, можно вас попросить? Присядьте аккуратненько, пожалуйста. Вот обычной стройной комплекции человек. И, в принципе, смотрите, он сидит нормально. И здесь еще один такой же поместится. И они даже не будут толкаться. Здорово? Да. Вот. И едем дальше. Смотрите, что здесь классного. Во-первых, классный интерактивный дисплей. Он полностью идет электронный, поэтому всегда вам четко видно, какая температура, насколько заряжены батареечки. Кстати, их здесь две штуки, смотрите. Какой пробег, какой режим, какой чего вообще, все можно посмотреть. Даже, смотрите, температура есть и время. На многих китайских скутерах даже времени нету. А здесь и температура, и время за бортом. Все супер. Больше не надо покупать с Алиэкспресс эти китайские дешманщину. Смотрите, есть огромный карман. У меня туда рука уходит. Вот смотрите, вот прям целиком туда рука нычка, уходит. Нычка от жены. Нычка, да. Ну, от жены не получится, она на заднем сиденье. А плюс еще, смотрите, вот чего не хватает. Вот. Раз, включил, подзарядил. Красиво, четенько, все. Смотите, есть крючок для рюкзака. Вообще супер штука. А самое интересное, обычно все спрашивают, сколько эта вещица жрет. Сколько прет. Ну, сколько прет, мы уже сказали. Посмотрим на сердце этого аппарата. Вау. Это зарядное устройство, солидный кирпич. Кстати, смотрите, тест-драйв. Вот у нас здесь вот эта поверхность, когда стоят на солнце, она нагревается. Из-за того, что здесь ультра-мега-супер-пупер материал, я не знаю, как называется, вот эта штука остается холодной. Это блок питания для батареек. Ну, мы его вытаскиваем и смотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь целые две батареи, каждая 60 вольт, 45 ампер. Их хватает на чудовищное количество километров. Товарищ говорил, что он проезжает порядка 120-130 километров и еще остается. Причем жмет по полной. Супер вещь. При этом, если один аккумулятор убрать, то остается еще место для какого-нибудь барахла важного. Конечно, конечно. Ну, давайте посмотрим. А, секундочку. Оп, вот мы выключаем, все. Он у нас потух. Смотрите, есть предохранитель. Раз. И два. Вау. Все. Ну, здесь есть ручка, можем вытащить и унести. Процедура включения обратная. Раз. Два. Супер. Все. Супер, да. Офигенная вещь. При этом, кстати, здесь еще под седлом достаточно много места, если вот это с собой не возить, а заряжаться чисто дома. Вот, прям во. А сколько он заряжается по времени? Каждый аккум заряжается примерно 3,5 часа. Ага. Вот. Что еще сказать? Вот мы поставили на него такой вот большой кофр, который вмещает шлем. Здесь уже предусмотрена площадка под такие вещи. Сзади есть поручни для второго пассажира. Вот, ну, в общем, все шикарно. Только цена.
очень дорого, очень жирно, очень круто. Ну, в общем, ребята, готовьте 370-400 тысяч и катайтесь на здоровье. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь, потому что это очень сильно помогает продвижению канала. Увидимся!